Какое? Ну, не точно еще по плану. Вот это, которое будет до холодильника. 70 сантиметров. Или лучше? Не, а как дверца открываться будет? Да, вообще да. Здесь спокойно. Свободно, чтобы вход был. Да. Тимур ведет подсчеты. Высчеты. 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 В общем, две полочки на эту стену и две полочки на эту. На эту планируем 2,20 длина каждой полочки. На эту 70 сантиметров. Угу. И здесь кухонную зону. Кухонную зону. Все измерил, рассчитал, на бумажке записал. Конспект. Высота. Да, высота стола 75 сантиметров. Ну это что, ты говоришь, 85 будет раковина, 5 сантиметров будет немножко смещение, да, пониже? Не на 5, а на 10. На 10. Угу. А так это будет, ну да, если там высоко есть, неудобно будет на обеденном столе. Да. Да. Теперь нужно сделать замеры мойки. Сейчас будет шпилить, шкурить. Это, наверное, самая, ну, такая, да, ответственная. Не то, что ответственная, ее не видно, эту работу. Вот и все. Не, ну что вот это вот делать, а? Я даже не представляю, как это может быть. 45. 45 получается. 45 получается. Да. Зарисовки будем делать. Дна. А у тебя же карандаш затупился от зарисовок. Ну. Что ты там рисуешь? Так а ты ножичек же есть. Ножичек-то есть, наточил бы. Есть. 45 сантиметров диаметр. Я просто какую делать деревяшку. Угу. Так она получается круглая, и здесь 45 будет. А отступ. Отступ 2 сантиметра. 2 сантиметра. Два сантиметра. Понятно. Сейчас наделаешь всякие деревянные эти, как сказать, постройки-то. Бизнес откроешь. Под дерево. Туалеты будешь строить. Да ты шо? Да. Сегодня денек прямо летний-летний. Жара. Так, а это сейчас замерим, сколько у нас. Ну что, больше это самое, я тебе не нужна тут. 28. Ты сам все посчитал, уже измерил. Я только сижу. Пойдет, пойдет. Ну, я и согласовываю. Поедет. Поэтому. Это правильное действие. Дверь открыта, травка зеленеет, блять. Кузнечики щебечут. Наверное, спать будет хорошо. Спаться. Хотели сетку магнитную купить, что-то посмотрели. Думаю, маю, не знаю, что мы не купили. Не до нее, да? Не до нее, да. Возьмешь, потом будет лежать, а сейчас уж скоро холода. Теплые деньги, короткие, с хорошей погодой, поэтому. Да, сейчас все. Потому что сейчас все в одни руки делает в плане того, что по дереву.
Надо это, надо то, пятое, десятое, и это все-таки расчеты такие кропотливые. 73,5. Да, раковина будет мыть посуду просто такая вот большая. Да. Ты как философ думаешь? Да, конструирую. Пол досыхает, все. Сейчас бруски рассчитываю. Сначала все-таки хочу обрешетку сделать, а потом уже под нее дальше делать, как доски. Ну что, не узень. А ты вот, вот такую уж хочешь, да? Нет, 2,5, потому что это четверка. Лобзик тяжело берет. Ну, она, в принципе, и не нужна толстая. Ладно. Какая красота-то с полочками. Все видно, лежит все на своих местах. Удобно? Очень. Очень, очень. Инструменты поехали. Другое дело. А инструменты сейчас будут заниматься делами, да? Да. Сосед баньку топит вдалеке, дым идет, пахнет. Банькой пахнет. Или банька. 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 Эх, баня, баня, баня. Прекрасный уголок. Береза. Напильников дофига. По дереву, по металлу. Пожалуйста. Делай, не хочу. Точно. Что, ты уже распланировал, да, как примерно? Нет, я начну и потом в процессе буду коррективы вносить. Так сложно сразу же представить, как она технически будет исполнена, потому что у меня будет... Ну как, тот пиломатериал, который остался, я буду думать, как из него сделать то, что я запланировал. Как из него сделать конфетку. Угу. Пойдем выбирать. Вот это вообще что-то не очень надо, носка. Да, это много какой-то. Так тут еще много лесу, хоть застройся. Застройся. Застройся, да застройся. Что есть, какой лес попадает? Кот дома дрыхнет, нету его. А ему здесь жарко, видите, тут пространство-то какое. Растений нет, поэтому тяжеловато ему. Поэтому... Про кота говоришь? А? Про кого говоришь? Про участника нашей команды. А, ну, я говорю. С утра выгулили его. Все, он пришел, поел и на боковую. Ну, подметили, что когда жарко, ему некомфортно здесь. Он не очень себя чувствует. Что, он здесь час-два, наверное, побегает, попрыгает, потом все равно лежит в бытовке. Потом назад надо ехать. Ну. Ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда. Здесь все дома без печек. Печечек. Практически все, да? Ну, единичная, наверное, встречается, чтобы у кого была печка твердотопливного использования. Потому что здесь
дезинфицируется все. Либо на электричестве, да? Да. Так и есть. Вот так, хорошо. Начнем. Так, если 4. Ага, хорошо. Не успела снять, как ты крутился, как акробат. Так уже не будешь крутиться? Нет. Было здорово. Ты как сварщик в этой маске. Потому что прилетало уже, поэтому некомфорт по глазам. А если брать очки, я запотевает. С одной стороны досочка готова. Да ты ее прям тщательнейшим образом, да, сильнее ускориваешь. Я ее сильнее делаю, потому что это будет как лицевая сторона. Не лицевая, а верх. Верх поверхности. А вот этой вот ленты шкурительной насколько хватает? По-разному. Смолой забьется и меняешь. Иногда долго, иногда нет. Ну, меняешь на выброс, да? Да. Смотрим, придется покрутиться. Не придется. Так обрежем. А откуда ты вообще, как бы, знаешь вот это вот, как с деревом нужно работать и какими инструментами? Сложно сказать. Как? Ну, лобзик видел, увидел впервые там у кого-то. Так. Кто-то пилил. Давно было. А так, ну, это естественно. Как дышать? Как дышать? Ну да. Сам не плотничал никогда. Не занимался ничем таким. Просто домашняя работа. Ну а полки такие сделал, как будто ты там давно делал все по дереву. Это да. Протрем окуляры. Угу. Сейчас будет очень ответственный момент. Делаем так, под понял. Раковину. Наверное, начертили. Так. Лучше подумай, чтобы. Лучше побольше может взять, чтобы потом. Все равно распилить можно. Чтобы лобзиком войти. Угу. Да. Будем пробовать. Лобзик войдет, не войдет. А.
там торжественный момент. Поставили, ровно получилось, классно вообще. Я прям боялась, я держала столешницу эту, Тимур ставил раковину. Я же глаза закрыла, думаю, как это будет. Ну, оно вот тут немножко, да, она может... А ну, из-за того, что верстак неровный, если вот поднять, вот он, ага. Вот тут поднимется, я имею в виду, там-то ровно будет. Ну, измерил, конечно, идеально, все, супер. Все, я уношу назад, ага. Время выходит, пора домой. Все, хорошо.